Ну а в Ленскую центральную районную больницу в ближайший месяц поступит компьютерный томограф. Этот аппарат позволит проводить качественное диагностирование и исследование самых разных заболеваний, в частности онкологических. Компьютерный томограф весит 2 тонны, поэтому для него в больнице освободили самый большой кабинет. Подробнее Наталья Беспалова. Ремонт этот непростой, особенный. Строители готовят кабинет под рентгеновский компьютерный томограф. Он большой, тяжелый и излучает радиацию. А это значит, что пол и стены должны быть подготовлены. Эти работы требуют особого подхода, так как здесь все должно убраться до нуля, потом произвести штукатурка, баритовая штукатурка накладывается в несколько слоев, которая защищает от излучения. Также надо скрыть все перекрытия, где будет стоять томограф. Он весом более 2 тонн, и поэтому здесь надо будет усиливать плиты перекрытия, будут проводиться специальные работы. О компьютерном томографе в Ленской больнице мечтали много лет. Это оборудование позволяет проводить качественное диагностическое исследование самых разных заболеваний, в том числе онкологических. Раньше за этим ездили в Мирный и Якутск. Компьютерный томограф помогает врачам определить состояние внутренних органов человека с помощью рентгеновских лучей. Рентгеновский компьютерный томограф, он значительно повышает диагностические возможности любой больницы. Особенно, конечно, это касается заболеваний центральной нервной системы, особенно вот такого онкологического характера, сосудистого характера, инсульты. Мы можем быстро установить, какой это вид инсульта, ишемический или геморрагический, и, соответственно, начать проводить именно специализированную терапию. Ну и, кроме того, заболевания многих внутренних органов диагностируются с помощью рентгеновского компьютерного томографа. Новый современный компьютерный томограф поступит в больницу по программе технического переоснащения. На него из республиканского бюджета выделено 28 миллионов рублей. В прошлом году по этой же программе в больницу поступили 2 новых флюорапарата и стационарный рентгенаппарат. Но пациенты с нетерпением ждали именно томографа. Жители нашего города больные неудобства испытывают в этом плане. Ездят в Мирный далеко, за 240 с лишним километров. Конечно, своя компьютерная томография – это великая вещь. Недавно по телевидению показывали, что из себя представляет компьютерная томография. Это, конечно, в медицине большой прогресс. И она нам нужна, обязательно нужна. На завершение всех ремонтных работ подрядчику дали месяц. Уже в середине декабря в этом кабинете должен заработать компьютерный томограф. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».